В этом видео Акстар подал объявление на Авито как преподаватель гитары и пранковал учеников. И, конечно, вжарил. Чур смотреть до конца. Так, я знаю, что ты хочешь перемотать это вступление, но, пожалуйста, послушай до конца. Это важно. Вот 10 комментариев из прошлого видео за первый час. Эти ребята уже получили по 1000 рублей. Ну а если ты хочешь поучаствовать в розыгрыше 10 тысяч рублей, то оставь какой-нибудь комментарий в первый час после публикации видео. Я прям через час тебе отвечу на него. Мы с тобой свяжемся, я отправлю 1000 рублей. И в следующем видео я покажу 10 счастливчиков. Какое странное слово. Счастливчик. Счастливчик. Привет, это Акстар, и сегодня особенное видео. Под прошлой частью набралось 380 тысяч лайков и 5 миллионов просмотров. Значит, сегодня вторая часть. И еще, у меня есть радостная новость, но свершилось это только благодаря тебе. Та-дам! Я благодарен каждому за это, ведь именно благодаря тебе, именно тебе, это получилось. Еще у меня есть цель-мечта, и вы можете помочь мне осуществить ее. В общем, до Нового года я хочу набрать 2 миллиона подписчиков и стать самым крупным гитарным каналом в СНГ. Это будет просто безумно круто. Поэтому, если тебе нравятся мои видео, мое творчество, и ты не подписан на канал, я буду очень рад увидеть тебя среди своей аудитории. Пожалуйста, подпишись. Вот, смотри, какой большой процент зрителей смотрит мои видео, даже не подписавшись на канал. Просто подпишись, и в следующем видео я тебе покажу, получилось ли нам исправить эту ситуацию. Итак, погнали, притворяюсь преподавателем. Ну а если ты хочешь, чтобы я стал твоим преподавателем, я научил тебя играть на гитаре, то смотри видео внимательно. Расскажи о себе. Данил из закрытого города Новоуральска. 1.5 года играю на гитаре. Ага, хочешь прокачать свой уровень, да? Ну, покажи, что ты умеешь. Ладно. Ну, переборчики умею. Ну, также и блатные бои, знаешь, такие дворовые. Ну, конечно же, простой обычный цоевский такой. Мы все это учили. Ну, знаю, что такое модуляция. Ого, а что это? Ну, переход из тональности в тональность с помощью септаккорда. Ага, о, буду знать. Так, мелодию, рай... как там песня? Районы кварталы, знаешь? Да. Так, странно что-то. Знаешь, на что похоже? Да. Надо гитарку подстроить, мне кажется. А что с ней? А что-то, ну, не строить немножко. Расстроена? Да-да. Сейчас, секунду, подождешь секундочку? Да, конечно. Ой. Да, все. Все шикарно. А ты сам умеешь настраивать гитару? Да. Блин, тоже хочу научиться. Вот, песня «Районы квартала». Я ее сам недавно начал изучать. И я его очень люблю, пью, но немного пью его. Но пью. Она такая... Ну, ты знаешь эту песню, да? Да-да-да. Так, давай я сыграю тебе эту песню и разберем ее. Угу. Ну, вот такая вот песня, наверное, знаешь. Вот. Что-то мелодия не угадывалась. Мне кажется, любая девушка растает перед таким. Вот. Как тебе нравится песня? Ну вот мелодия. Мелодия, да, она может что-то покруче. Попробуем. Мне кажется, не сработает. Давай сначала ее разберем. Я посмотрю, как ты играешь. Ладно. Так, ну смотри. Вот у нас тут ниточки с тобой. Вот эти, вот эти вот расстояния, ну, вот эти вот между этими штучками называются промежутки. Промежуточки. Начинается так. Смотри, третья ниточка. Третья ниточка. Второй промежуток. Вот. Дергаем. Так. Потом вторая ниточка, первый промежуток. Угу. И так. Та-та-та.
Да. Потом первый. Потом снова играешь этот первый промежуточек. Потом первая, ой, вторая ниточка открытая. И потом второй промежуточек на третьей струне. Ну вот, в принципе. Что-нибудь, может быть, еще хочешь? Ну вообще, я тебе могу показать свой уровень, как я играю. Давай. А то я тут всякие мелодии простые играл. Так. Я себе могу вообще любую песню сыграть, какую хочешь. Вообще любую. Вообще любую. Давай разнобам размышления на прогулке. А там это со словами, да? Да, со словами. Не, я имею в виду такую, которая без слов. А, мелодия чисто. Да, мелодию любую. Давай мелодию, не знаю, «Пиратов Карибского моря». Ага. Это вообще легкая самая. Ты угораешь? Что такое? Чел, ну я ж тебе бабки заплатил. Лол. А ты мне такую херню впариваешь. Это что такое? Блин. Я... А что, телефон что ли было видно? Ну как бы слышно же было, то что ты с телефона просто звук включил, и ты не знаешь, что ты выделаешь такое. Ага. Ну, что это такое? А, ну а районы, кварталы разобрали же. Что, вот это вот разобрали? У меня дед лучше играет. У меня дед лучше играет. Могу еще кузнечика показать? Ну блин, ну ты серьезно? Так, сейчас, подожди. Что же делать? Братишка, ну это не прикольно, ну серьезно, я тебе говорю. Ну, слушай, я, к сожалению, не смогу вернуть деньги, потому что, ну, я их уже потратил. Ну, так дела не делаются, друг. Ну, могу тебе сейчас еще что-нибудь сыграть, сейчас. На самом деле. Ты меня. Давай. Тогда нормально, может, мы получимся. Смотри, хочешь, научу «Пиратов Карибского моря» играть. Давай. Можно их? Ну смотри, дергаешь. Короче, третью ниточку. Хочешь, научу играть на гитаре? Только сначала кое-что расскажу. Помнишь, я всех звал на свой гитарный марафон? Ну так вот, он закончился. И за время марафона 1000 людей начали свой путь в игре на гитаре. Вы только посмотрите. За это время кто-то с полного нуля научился играть несколько мелодий, а кто-то, кто уже умел, прокачал свой уровень. И это только 5% от того, что я знаю сам и чему могу научить вас. Ты, наверное, думаешь, что достичь хорошего результата можно только годами тренировок. Но на самом деле, при правильной программе обучения достичь такого результата можно за 2 месяца. Люди на моем марафоне писали, что они за одно видео узнали больше, чем за несколько месяцев с репетитором. Наш марафон — это только первый шаг в игре на гитаре. Мы подготовили полноценный курс, за время которого ты научишься играть произведения, которые я играю в своих роликах. Мы разделили программу на 2 уровня. Первый уровень для новичков и второй для гитаристов с опытом. У новичков будет 11 уроков, на которых вы освоите азы гитарной техники и будете готовы к изучению любого произведения. У гитаристов с опытом будет 13 уроков, на которых вы освоите технику фингерстайла, научитесь сложным приемам и узнаете много новых крутых лайфхаков, а также несколько приемов от меня. Узнаете, куда расти дальше и как монетизировать свой навык. Обучение будет проходить на платформе, и длится оно будет 2 месяца. Доступно оно будет еще полгода. Если хотите, у вас будет наставник, который будет вам помогать в обучении. Возможно, это даже буду я. В среднем это обучение стоит от 30 до
до 70 тысяч рублей. Это если заниматься у репетитора. И то не факт, что это вас приведет к какому-то хорошему результату. Но у меня все в разы дешевле. Курс для новичков стоит 3,5 тысячи рублей. Курс для опытных гитаристов 5 тысяч рублей. Курс для тех, кто хочет пройти весь путь 7 тысяч рублей. Но это еще не все. Сегодня я открываю продажи, и в ближайшие 5 дней цена будет со скидкой. Теперь, я думаю, многие готовы купить этот курс. Это правда очень дешево за то, что ты получишь на обучение. А теперь о бонусах. Среди первых 200 человек, которые купят курс, я выберу одного человека, которого буду лично учить играть на гитаре. Среди первых 500 человек мы разыграем 3 гитары. Я договорился с музыкальным магазином, и теперь у тебя есть скидка 10% на любую гитару, если ты купил курс, разумеется. Чтобы вы понимали, стоимость скидки превышает стоимость курса. По сути, вы покупаете гитару, а курс вам достается в подарок. Переходи на сайт по ссылке в описании и изучай более подробную информацию. Напомню, у тебя есть 5 дней, чтобы принять решение и купить курс со скидкой. Ты, наверное, думаешь, что я говорю не тебе, но нет, я говорю именно тебе. Переходи на сайт, изучай информацию и покупай курс. Мы встретимся с тобой на уроках. Тебе понравится, обещаю. По поводу, как правильно держать гитару, ну, я уже всем ученикам давно так говорю. Как удобно, вот так и держи. Да, я что-то другую информацию слышала раньше, ну ладно. Это старая школа. То есть по новой школе можно вообще хоть как. Некоторые даже вообще вот так играют. Но да. А как на контрабасе можно вот так? Да, ну если удобно, то да. Но... вот. Даже ничего объяснять не буду. Вот единственное, что можно, это вот зацепиться большим пальцем и удобно держать руку так. Вот. А так, как бы, все как удобно. Я просто хотел песню своего сочинения, может быть, понравилось бы. Что такое? Простите. Так. А слова есть в этой песне? Нет, я пока не придумал. Но можем что-нибудь из популярного там. Что там, из популя... что там есть популярное вообще там? Кузнечика умеешь? Это уже не очень популярное. Угу. Так, а что тогда? Катюша там. Мои непрофессиональные уши болят. Я просто сам, вот, честно говоря, неделю играю на гитаре, просто решил тебя попробовать сразу в преподавании. Отлично. Тебя бы самому по преподавателю поискать. Только не такого, который 10 дней играет и уже учит. Спасибо. Или вот. Ой, классно как. Сыграть что-нибудь, чтобы я понял твой уровень. Ну, это не самое сложное, это самое любимое, пожалуй. Ну, из-за MC вроде бы, да? Угу, «Мое море». Выберем какую-нибудь песню и ее разучим. Вообще, какие предпочтения? Какую-нибудь такую заводную или романтичную? Можно послушать такую, такую там выбрать. Так, ну смотри, могу тебя научить. Как тебе? А я знаю ее. Знаешь? Тогда что могу сказать? Это знаешь? Да ну нет, ну это все не то. Я, в принципе, могу кузнечика научить. Нет, 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 нет. А за что деньги вообще получаю? Это вообще вот не то, ну блин.
Ну, типа, сравнить. И... Не, ну слушай, я просто так не умею. Ну а как тогда по-другому? Сейчас я научимся, короче. Это вот он меня учит? Просто я не умею учить правильно, у меня вот первый урок. Вот. Не, ну так-то я мог в интернете просто его открыть тоже. Но нет. Но тут с моими комментариями как бы. Ну как бы типа учитель — это учитель, который научит чему-то. И включит видео, которое смотри, и вот я сделаю комментарии. В комментариях и ставьте. Сейчас. А первая фраза в этой части звучит. Не, у меня дед лучше играет. Так, смотри, первая фраза в этой части звучит так. Сейчас, подожди. И играю. Первая открытая, вторая открытая, вторая на третьем ладу. Так, первая открытая, ты вторая сейчас, открытая. Ты сейчас хочешь вот это видео смотреть и вот меня чему-то вот по вот этому видео учить. Даже хотел, чтобы я тебя учил. Но я хотел, чтобы ты меня учил тому, что ты знаешь, а так-то я могу видео на это... Не серьезно. Вот как. Вот это уже хорошо, очень даже хорошо. Все, давай, в общем, учить. О, сейчас. Ох, очень жарко. Сейчас я продемонстрирую, что я умею играть. Какую хочешь, я могу любую мелодию сыграть. Клинт Мэнсел, Реквием. Реквием, как еще раз? Клинт Мэнсел. Вот так вот я. Ну просто с ноутбука, мне кажется, я тоже смогу сыграть. Короче, могу симпровизировать что-нибудь. Можем вот этому научиться, например. Ну то есть это вот чистым. Ну-ка, попробуй что-нибудь из Гарри Поттера. Тут я запутался. Расскажи, пожалуйста, о себе немного. Ну, Дима, то есть купил гитару, думал, будет легко. Посмотрел, как это играют, а потом попробовал, и что-то пошло. Не получается? Нет. Ага. Давай я немножко расскажу о себе. Угу. Так, Василий, преподаю гитару. Мне уже. У тебя гитара чуть-чуть или совсем расстроена? Я проблему решил эту. Проблему решил эту. Вот. Давай, ладно, я сначала что-нибудь сыграю, сам послушаешь, как оценишь уровень. И вообще, и может быть, эту даже захочешь научиться. Угу. А если так, без телефона? Самому сыграть? Так это я играл. А, играешь, рука так. Оп, отсюда убралась, так оп. А
Так, ладно, давай в общем, знаешь, что выучим? Знаешь, что такое импровизация? В любом музыканте ценят импровизацию. Давай я тебе продемонстрирую свою импровизацию и научу тебя импровизировать. Давай, давай. Ну что, знаешь, поймать вот этот вот, как говорится, вот вайп или как вот это вот, и просто вот, и то, что из души идет, вот играешь, вот прям, тебе должна голова сама подсказывать и сердце, что нужно играть, какую ноту нужно играть. Давай я тебе продемонстрирую свою. Такая импровизация мне не нравится. Такую знаешь? Знаю, да. Я почему-то думал до последнего, что ты